Всех приветствую на канале. Сегодня воскресенье, война, империя пазлов. Перед началом ролика хочу сделать призыв. События у нас сейчас проходят. Здесь представлены все герои событий прошлых испытаний и представлены нынешних испытаний. Вот, поэтому сегодня мы делаем разгрузочный. Делаем один здесь золотой. И будем надеяться, что сейчас выпадет что-то интересное. Поехали. Эх, жалко, что он у нас уже есть. Мог выпасть вот такой вот хотя бы. Потому что он хотя бы новый. Мы бы его бы качнули бы. Да любая четверка на самом деле, но не он. Раз уж четверка выпадает. Вот она могла выпасть. Ну да ладно. Бог с ним, как говорится. Может, еще на один подкопим, там пройдем локации. По крайней мере, попробуем. Так. Здесь боевое снаряжение, титана, ну все по классике. Три разных боевых снаряжения. Ну, допустим, вот это одно. Благо у меня как раз сейчас освободились слоты. И можно боевое снаряжение изготовить. Так, также у нас постановка здесь на турнир. Пятерки без синих. Можно красных в теории ставить. Вот такой вот здесь состав поставить. Интересно, что будет. Как меня там объедут, не объедут. Также титан у нас однозвездочный стал. Война у нас 2 на 2. С таким соперником нехилым. Синий центр. Желтое плечо. Ну, давайте попробуем с зеленого начнем. Там Вэлла стоит. В принципе, можно. Можно попробовать. На Юнана, я думаю, что 15 поставим, чтобы быстрее он заряжался. На него так. Ну и Лиана и так сама по себе быстрая. Мы на урон поставили. Война, напомню, у нас с допами. Допы у нас идут по вот этим делам, миньонам. Так, один в пустоту зашел. Так, вроде зарядились почти все. Надо Альфрику сейчас будет забрать. По крайней мере, попробуем. Забрали Альфрику. Зарядился Мелендер. Ну, сами видите, в принципе, здесь мы, я думаю, затаскиваем. Ладно, кинем в него, иначе он сейчас там минус сделает. Нам пока минус не нужен. Лиана пока не зарядилась, отлично. Сносим ее. Ну и последний остался. Марьяна. Сколько там осталось у нее хп?
Неважно, я думаю. Там миньон еще. Как через миньон снесется, не снесется она. Вообще как не заметили. Следующий. Сюда я пойду, наверное, красными. Все же. Вот такой состав возьмем. Седьмой подкинем сюда. Первый. Так, ну, как здесь лучше, даже не знаю. Давайте вот так попробуем. Подъедет. Да, пятерка соединяем. Мало, конечно, камней. Ну ладно, заряжаются все, в принципе. Нет, не зарядились. Плохо. Красных, как назло, нету. Как назло, красных нету. Ну ладно, хила тоже нету у них. Так, я надеюсь, сейчас Кагебурада снесем. В принципе, у нас там никто не режет атаку. Закидываем раз. Слабовато что-то. А, она с подрезанной атакой. Вот оно что. Так, ну давайте здесь искать с этого боку. Пока они там подбиваются, прогорают. Камня, к сожалению, вообще нету. Но она сейчас разобьется. Пробивание срабатывает, но не особо сильно. Ух ты, на последнем ходу, кстати. Заметьте, она ушла. Был последний ход контратаки. Сейчас мы лиса подснесем, чтобы у нас была атака помощнее. И я думаю, что мы ее сейчас нахлобучим. Раз, два. Все, второй бой выиграли. Пойдемте третий. Я предлагаю зайти, может, желтыми. Вот сюда. Посмотрим, как у нас дивана справится ли. Нет, Гулина Бусти возьму. Причем я его на ускорение поставлю. Посмотрим, что из этого выйдет. По камням что-то все печально. Ладно, можем вот так поднять. В надежде, что может придет что-нибудь. Хотя здесь очень все сложно. Очень. Ситуация очень сложная. К сожалению. Так, ну давайте Альфрику здесь заберем. Да, ситуация тут
Очень сложно. Кубики сейчас полетят. Сильно заблокировали, конечно. Эх, наверное, не вытащим. Не затащим бой. Хоть здесь и без хила они играют, а я с хилом был, но сейчас чувствую, это минус. И здесь добивают миньоны, нет? Почти. Вот забрать Бальфрику по последним, эх. Красно-синими сюда надо заходить. Надобив, это дойдем. Надобив, зайдем. Фиолетовыми пойдемте. Ну, фиолетовый, это у меня классика жанра. Да, красно-синими там зайдем, нормально будет. Так, фиолетовый. Допустим, вот так. Вот так. Ну, тут видите все сами, как бы комментарии излишние. Сейчас мы пробиваем вот этот борт. Там, в принципе, ой, у нас почти все готовы, за исключением сколько они на контратаке себе, конечно, съедают. Это же вообще с ума сойти. Ну давай, добивай его. Блин, чуть-чуть не хватает. В кого? В лысого будешь бить, да? В кудрявого. Ладно. Он еще и поглотил всю эту. Весь урон. Так, снимаем сначала здесь. Затянули нормально. На тоненького. Так, здесь у нас красные будут. Будут синие. Я думаю, что таким составом мы затянем. Очень сильный состав. Должны, по крайней мере. Если будут камни, синие есть? Есть. Красных особо не вижу. Давай, раз. Отлично, там в Марьяну как раз три синих. Закидываем. Еще бы здесь бы... Ой, пришло. Шикарно. Все. Ну, это победа. Магнишоть. Так. Ладно. Миньоны, да? Да, вот миньон — это зло. Ну ладно, он, по крайней мере, даже не осилил у нас. Сейчас пробьем их всех. Раз, два. И это победа. Последний тапок. Синяя мона залетает. Да. Кто сильнее по очкам? 494, 247. Давай сюда. Чтобы выжить по максимуму. Можно даже мартышку в теории взять.
Давайте в теории мартышку возьмем. Для прикола. На ускорение. Айрис 8 поставим. Сейчас, если заряжается мартышка и синий, это все. Это вынос. Так. Давай вот здесь аккуратненько. Раз. Зато красных дают здесь просто много. Это браво. Сюда раз. Что-то доедает собакам. 877 не доедает. Ладно, еще раз заряжаемся. Все. На этот раз победа. Снимаем сначала миньонов. Меньше половины. И добиваем его желтыми. Очень эпичное сражение получилось. Да и вообще набрали неплохо по очкам. Такая вот война. Надеюсь, вам понравилось. В принципе, 4 шота. Один добив. Вполне себе удачно, я считаю. Ну и заработали мы 20-й. Можно сказать, осталась тут финишная прямая. 10 уровней. 12 тысяч. Вот, что я хочу в дальнейшем? В дальнейшем я хочу все-таки, наверное, прокачать Айрис на таланты 1655, наверное, даже начнем сейчас прокачивать. Ну, в кого ее лучше убирать? Естественно, ее лучше убирать в атаку. Урон у нее такой себе, поэтому лучше ее вот на атаку. Ну, можно чуть-чуть на ХП, защита у нее более-менее. Вот. Видите, еще когда она дает 10% к атаке всем, это очень классно. Это очень классно. Давайте ее сейчас выкачаем. На атаку, на броню. Вот. Благо есть железо. Ну и вот мы пока ее до 14 вкачали. Сейчас соберем еще железо. Можно, конечно, ее было до войны вкачать. Я что-то уже забыл про это. Но я решил, ладно уж. Бог с ним, как говорится. Отвоюем так. Ага. Не хватает железа. Ну давайте сейчас добьем ее. Сейчас железо на складе возьмем в запасах. Точнее, не железо, а мясо. И докачаем ее. Пускай она будет у нас полностью вкачанная. Вот она, красоточка. 25% нанести, еще 15 урона. 920 урона, очень сильная. 899, можно ее в основу даже брать в теории, если ее разлимитить. На разлимит не хватает 4 шайбы, но ничего, потом все будет, как говорится, дело времени, так сказать. Мы качаем вот этого чела.
Также качаем с Саргасом. Очень крутой персонаж, кто не видел. То есть он практически блокирует все усиление у противника. Что, в принципе, очень круто. Так, ну и Тибуртуса закинем сюда. Нафиг он нужен второй-то? Второй Тибуртус нам не нужен. Вот. Такие вот дела. Кренделя. Снимаем. Ну, сегодня даже можем в теории заработать следующий левел, если пробьем на бегах. Ну, на этом, наверное, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи и пока-пока.